Приднестровье привезли Pfizer. Этой вакцины у нас не было больше полугода. 6 тысяч доз поступило от Всемирной организации здравоохранения. Pfizer сегодня распределяли по поликлиникам в зависимости от количества людей, которые прививались здесь в прошлый раз. Препарат предназначен для ревакцинации. Привезли в нашу поликлинику 90 доз Pfizer. Этот Pfizer будет предназначен для людей, которые уже прививались, для бустерной дозы. Пока никто еще не записался. Мы приглашаем, да, всех людей, кто желает, желательно приходить с сертификатом о предыдущей вакцинации. Помимо Pfizer есть и вакцина Sinovac. Записаться на прививку можно в регистратуре поликлиники по месту жительства или по телефону. Номер можно узнать в справочной службе. Минздрав советует в сезон простудных заболеваний прививаться и от коронавируса, и от гриппа. Это самый эффективный метод профилактики болезней. Обе прививки можно сделать в один день, перед этим посоветовавшись с врачом.